Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на канале Акварелька. Зовут меня Наталья. И сегодня сделаем небольшую распаковочку заказа от компании Faberlic по вот этому 13-му каталогу, который работает до 20 сентября. У вас еще есть время заказать. Причем при заказе в этом каталоге вы получите скидка на 250 рублей в следующем каталоге, который будет работать уже с 21 сентября по 4 октября. Это 14-й каталог. Я тоже уже сделала здесь вот такие закладочки, что я хочу в этом каталоге заказать с этой хорошей скидкой, что, возможно, закажу. И сейчас давайте посмотрим, что же в 13-м каталоге я заказала, какие новиночки и какие необходимые продукты. И первое, что я хочу показать, это вот новиночка, помаду заказала себе. Эта помада, посмотрите, HD Color называется, 4 грамма. Я уже, посмотрите, здесь раза 3 уже красила губы. Вот такой вот цвет. Я не знаю, совпадает он или не совпадает. Сейчас скажу, какой это тон. Кстати, вот смотрите, здесь тоже на магнитике очень хорошо, удобно раз закрыли. Упаковка красивая. Помада для губ стоит 399 рублей. Здесь очень большой выбор цветов. И вот я подбирала каждый к себе, прикладывала, но вот выбрала пока вот этот. Вот сейчас скажу, какой это тон. 402-02. Это называется оттенок розовая пыль. Цвет очень яркий, насыщенный. Написано, что в одно касание красит губы, что оно держится очень долго, в течение всего дня. Действительно, вечером я смывала мицеллярной водой. То есть вот пришла домой и помыла губы с мицеллярной водой. Действительно устойчивые. Но если, конечно, я не кушала. Если, конечно, кушать, то, возможно, будет и стираться, подкрашивать нужно будет. Эффект Soft Matte сохраняет цвет и контур в течение дня. Если вы зарегистрированы, то у вас будет 20% скидка и будет стоить это 319 рублей. Но это Glam Team, очень мне нравится, помада классная. Ну вот единственное, что нужно подобрать цветовую гамму для себя. Но здесь немножечко такой холодноватый, конечно, розовый. Но мне кажется, вот мне подходит такой цвет, слегка немножко темноватый, конечно. Можно было чуть-чуть посветлее подобрать. Так, следующее, что я заказала, гель для душа «Ревень». Ну, вот я помню, у нас «Ревень» раньше рос у свекрови в огороде. Я помню, делали пироги. Это просто, вот знаете, пироги получались как со вкусом яблока. Цвет очень красивый, мне нравится. Запах ароматный, сладкий. Вкусный аромат, вкусный, да, похоже на ревень, но вот как в пирогах у бабушки нашей. Итак, сейчас найдем, где это у нас цена. Гель-смузи для душа «Ревень». Эта серия называется «Суперфуд», стоит 111 рублей. Уже я вам говорю со скидкой, вот в этом 13-м каталоге. Ну, вкусный аромат, я брала с ананасом. Очень понравился мне с ананасом. Действительно вкусный аромат. Еще веганские про них говорят, про эти гели. Еще заказала вот такую вот мицеллярную воду «Вербена». Очень нежный, хорошо очищает, снимает макияж, увлажняет. И здесь 110 миллилитров. Очень удобно с собой брать куда-то в путешествие. Если берете два любых продукта «Вербена» со страницы 132, то они у вас обходятся в 109 рублей. И еще минус 20%. То есть очень выгодная цена. И поэтому вот я взяла два таких. Один у меня уже стоит в ванной. Поэтому буду пользоваться с удовольствием. У меня как раз закончилось. Кстати, вот очень выгодная цена была на зубную пасту, лечебные травы. И в каталоге было выгодно, но я взяла это по баллам, это всего 1 рубль. То есть, когда вы набираете продукты на сайте Faberlic, то у вас копятся баллы, и это очень выгодно. В следующем заказе вы эти баллы тратите.
или копите их дальше на более дорогостоящий продукт, и потом его берете за 1 рубль. Вот я каждый раз беру зубную пасту, потому что их несколько. Они в каталоге шли по выгодной цене. Посмотрите, по 75 рублей можно было любую зубную пасту выбрать. И здесь лечебные травы, активный уход, отбеливание, по-моему, еще с дубом есть. И все вот эти вот зубные пасты мы уже попробовали. Они кислородные считаются и очень хорошо активно ухаживают за зубами. То есть здесь и противовоспалительные. Вот лечебные травы мне особенно нравятся. Очень такой вкус у него приятный. Но здесь кислородная профилактическая зубная паста. И она с травами. Вот вижу ромашка, шалфей. Иван-чай, то есть здесь есть травы лечебные, поэтому так и называется. Кстати, зубную пасту, каждый раз повторяю, нужно менять. Не всегда вот пользоваться одной, которая вам полюбилась, а нужно все-таки менять, потому что они с разным эффектом. Сегодня, допустим, неделю с лечебными травами, неделю отбеливающей пастой пользуемся и так далее, и так далее. То есть нужно менять. И вот эти зубные пасты, конечно, нас выручают. У меня вот их несколько видов, и они еще не все закончились. Но я постоянно беру еще какую-то зубную пасту из этой серии. И еще заказала себе растительное масло омега-3, 6 и 9. Я уже весной брала вот такую вот упаковочку. Здесь 60 капсул. Капсулы большие, желтого цвета. Так, вот у меня еще запаковано. То есть вот приходит вот в такой упаковочке. Давайте распакуем. Ну, мы знаем, что это очень полезный компонент омега. И вот смотрите, такой вот золотистый цвет яркий, очень красивый. Нужно пить 2 капсулы в день. Вот сейчас осенью как раз уже нужно начинать пить этот продукт. То есть это улучшает и обмен веществ, сохраняет красоту и молодость, оказывает антиоксидантное действие, препятствует старению организма, поддерживает эластичность и упругость кожи, способствует улучшению работы сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и кровеносной системы. Стоит 599 рублей. Кстати, в 14-м каталоге это будет там скидочка на вот этот вот препарат. И выгоднее взять в 14-м. Ну и еще плюс вы здесь накопите на купон, и тоже можно вот его потратить, этот купон, на эту омегу. Сейчас скажу, по какой цене мне досталось. 479 рублей. Это 20% скидка. Еще я сказала, отшелушивающий скраб для лица. Здесь для всех типов кожи. Очень нежно скрабирует кожу лица. Мелкие частички здесь использовать можно 2-3 раза в неделю, но у меня очень сухая кожа, поэтому я буду всего один раз в неделю использовать такой скраб. Сколько он стоит? Кстати, это из серии Oxyology со скидкой 239 рублей. Давайте я покажу, как этот... Кстати, он был упакован хорошо, то есть я снимала пленочку. Давайте посмотрим, как выглядит. То есть выглядит как вот голубой гель, голубого цвета гель, похоже на гель. Но когда, кстати, нужно наносить на влажную кожу лица, то есть намочили водичкой, потом нанесли вот этот скраб и начинаете вот плавно втирать в кожу, растирать по коже. Частички небольшие, очень маленькие, но при касании с кожей появляется вот такая пеночка. Пеночка, и вот она очень-очень нежно удаляет, отшелушивает старые кусочки кожи. Ну и вот таким образом нежно-нежно омолаживает кожу и увлажняет. Еще я заказала вот такой шампунь от Перхоти для сына. То есть здесь контроль жирности волос. И со скидкой уже получился 119 рублей. Так, кстати, их здесь в каталоге 13 несколько видов. Я выбрала шампунь-бальзам против перхоти. 2 в 1 основной уход. Здесь 200 мл. В каталоге написано 149 рублей. Но я говорю еще раз, что это будет дешевле.
По цвету шампунь имеет вот такой белый цвет. Вот беленький он. Вот это прозрачный получается, белый цвет. Запах очень приятный, классный. Запах мне понравился. То есть вот он распределяется. С водой, конечно, это будет пениться. Аромат очень классный. Аромат. В состав входит перитион цинка. Поэтому вот он такого белого цвета. Цинк подсушивает. Ну, поэтому, наверное, вот такой вот. Следующий заказ у меня это гель для интимной гигиены. За 119 рублей. Здесь 200 мл. То есть это гипоаллергенное средство. Тоже увлажняет кожу, не сушит. 119 рублей. Такое удовольствие. Еще написано с афродизиаками. Друзья, ну и заказала еще себе вот такую лопатку. Посмотрите, большой выбор. Здесь можно купить и лопаточки, и различные приспособления для кухни. Что меня привлекло? То, что не имеет запаха. Действительно не имеет запаха и не боится больших температур. Мне со скидкой обошлась эта лопатка 199 рублей. И вот здесь вот очень красиво написано. Faberlic Dom. Она силиконовая, очень хороший размер. Ручка, вот что хорошо, ручка не такая слишком длинная, что удобно использовать. Потому что если я купила в фикс-прайсе, то там лопатка, ее нельзя, она боится горячего. То есть вот переворачивать невозможно. А вот это вот можно использовать. Тем более мы купили сковородочку от Faberlic с антипригарным покрытием. Очень она нам понравилась, и вот не хватало к ней лопатки. Если хотите посмотреть тест-драйв, как мы используем нашу сковородочку, то переходите по ссылочке, вот здесь вот будет ссылочка на нашу сковороду от Faberlic Dom. И следующий заказ, это я заказала вот такой мешочек для запекания овощей микроволновой печи. Мы еще этот мешочек не использовали, не пробовали готовить в нем, поэтому вот он даже запакованный, но мы сейчас распакуем, но тест-драйв или испытание будем проводить, уже, наверное, видео сделаю небольшое в инстаграме, поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, проходите, в ближайшее время мы запечем. Попробуем несколько овощей запечь. Картошку, морковку и свеклу. Там, конечно, зависит от температурного режима. Вот здесь вот написана вся таблица. Вот так вот выглядит этот мешочек. Он небольшой по размеру. И внутри он чисто беленький. Он такой тепленький. То есть вот он, ну, такой, как одеяльце такое. Вот мы туда будем складывать. Здесь вот есть таблица, какая мощность микроволновой печи, сколько штучек класть, сколько минуток держать. Все это использовать будем. И здесь вот, смотрите, есть вот такая петелька небольшая, то есть ее можно вот подвешивать. Да, еще здесь нельзя в мешке готовить жирные блюда. Используйте мешок только в микроволновой печи. Не кладите мешок возле горячих поверхностей. Не подвергайте воздействию открытого огня. Но для чего мне этот мешочек нужен? Мы очень любим различные салаты готовить. А для салата необходимо ингредиенты быстро готовить. Поэтому картошечку отварили быстренько с морковкой. И сделали салатик оливье наш любимый. Со скидкой уже будет 279 рублей. Вот в 13-м каталоге этот мешочек есть. И размеры его 19 см на 25 см. И здесь состав полиэстер и 15% хлопка. Вот такой вот чудесный, интересный мешочек. Кстати, хвалили его многие. И поэтому я тоже захотела такой мешочек. Те, кто присоединится и зарегистрируется на сайте Faberlic до 20 сентября, в следующем заказе вы получите вот такой вот классный подарок. Здесь мицеллярная вода, крем-флюид и маска. И еще вы получите купон, подарочный купон, если наберете вот один купон, это на 999 рублей. Заказа. И за каждый заказ вы получаете вот такой купончик, вот, который будет работать в 14-м каталоге. Очень классные здесь скидки. Я уже здесь отметила, что можно выгодно прикупить. На этом я заканчиваю свой обзор. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Всем теплой осени желаю, крепкого здоровья. Не забудьте подписаться на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и пишите комментарии.
Подписывайтесь еще на Инстаграм. До новых видео. Пока-пока. Вы были на канале Акварелька с Натальей.